Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодня у нас с вами роллы. Ой, опять я сделала заказ в суши-маркете лишь потому, что в связи вот с этими всеми карантинами и так далее, я что-то думаю, закажу там, где я всегда заказывала. И вообще я сомневалась, делать это или нет, но все-таки решилась. Мне кажется, они продают залежалый товар, потому что с завтрашнего дня у нас закрываются все магазины, имеется в виду не продовольственные. Я думаю, что суши-маркет продавать не будет, потому что у них нету у нас доставки в городе. И, в общем, на свой страх и риск. Вроде пахнет нормально, поэтому будем пробовать. Я в этот раз взяла вот такие палочки, они такие неудобные. Наверное, мне придется применить вилку, скорее всего. Пить я буду сегодня пивасик прогретый в микроволновочке. Я очень люблю теплое пиво. Ну, только сегодня пятница, а завтра выходной. Все, кто собирается кушать, приятного аппетита. Давайте начинать. Имбирь у меня свой, соевый соус у меня, как обычно, свой. Я покупаю все это отдельно. Имбирь, кстати, у меня от Матье. Консервы, вот вообще неудобные палки, да такие вот... Не знаю, я такими не умею есть. Надо было их не разламывать, наверное. Но сейчас попробую, если получится. Вот, сейчас вот эту попробую заживать. Это лава у нас. Вот эта шапочка у нее типа острая. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Имбирь не очень хороший, нарезан какими-то кусками, но во всяком случае он не такой острый, как в прошлый раз. Я брала вот именно в суши-маркете у них, их имбирь, он был слишком замаринованный, у него было очень много уксуса добавлено. Кто любит теплое пиво, пишите в комментариях. И я еще иногда, знаете, как делаю? Я люблю добавлять туда мед. Вот особенно если я, например, болею или кашляю, я покупаю темное пиво, его нагреваю прям, ну так, нормальненько, добавляю туда мед и пью. Это, конечно, извращение полнейшее, но мне очень нравится. Давайте вегетарианский, мой любимый, я люблю. Хотела сначала заказать в суши вок, потом думаю, ладно, долго ждать, что-то у них там... Видимо, потому что пятница. Ну и плюс завтрашнего дня много что позакрывают. Люди, видимо, решили заказывать. Как-то так. О, как вкусно. Они, знаете, они очень большого размера. Поэтому они так тяжело в рот засовываются. А я еще взяла, короче говоря, и перед тем, как снимать, пока ждала, я перекусила. Дочка ела, и я тоже поела. Не знаю, сколько в меня теперь влезет. Ой, вкусненько. Но вот так
смотрю на них, и мне кажется, вот я не знаю, я, наверное, буду какими-нибудь кусками есть, потому что сейчас они будут у меня, ну, мне не войдет такой кусок в рот просто. Напросто. Ой, какой кошмар. Блин. Я его весь замочила. Ну как он? Лучше жевать, чем говорить. Но они действительно, да, такие большие. И сытные. У нас еще есть доставка суши бай. Но там еще больше они по размеру. Они вкусные. Но они вообще будут трешак их снимать на видео. Вот. Вы собираетесь соблюдать карантин? Будете ли вы сидеть дома? Или будете все-таки ходить на работу? Как у вас с этим? Как в детских садах? Что будет? У нас вроде как будет какая-то дежурная группа. Но мы на эту неделю почти не ходили. Мы были в понедельник в садике и вчера были в четверг. Вчера я повела, думаю, чтобы все узнать, все спросить. Но вчера они еще толком точно сами ничего не знали. Ну, как бы, я понятно, мы будем сидеть дома, а вот у кого родители все работают, и мама, и папа. Как им быть? Я не знаю. Очень странно, конечно, это все. Но как-то надо выходить из этой ситуации. И надо сидеть дома. Реально надо сидеть дома, не ходить по магазинам. И никуда не ходить. Желательно дома сидеть. Потому что страшное дело. Лучше отсидеться дома, если есть возможность, конечно. То лучше посидеть дома. Я так объелась. Зачем я поела перед этим, а? Ума нету. Вкусно. Надо еще что-нибудь осилить. А то вы скажете, что это за мукбанг, Яна, ты ничего не съела. Они огромные. Невозможно просто. Живешь это, выглядишь как... Не могу.
Ой, я объелась. Еще, наверное, одну. Такая Яна. Я объелась, не могу больше. Я очень извиняюсь, что я мало съела. Просто они огромные, реально. Они просто огромные. Я сегодня практически не разговаривала, немножко поела. Правда, вкусно. Но много. Надо поменьше заказывать, просто чтобы это все влазило в меня. На самом деле я это доем чуть-чуть попозже, но я же не буду еще один мукбанг снимать, правильно? Сейчас в период карантина, конечно, ничего я заказывать не буду, скорее всего. Будем с вами кушать домашнюю еду. Все, что есть в НЗ-запасах. Тушенку, картошку, макарошки. Гречку. Успели запастись гречкой, кстати. Сейчас у нас в магазинах есть все. И гречка, и туалетная бумага, и все-все-все-все-все. И мука, и сахар, все, что пропало. В какой-то период времени сейчас это все как бы есть, но оно стало немножко дороже стоить. Ну, не сильно дорого. Вот, на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда мне выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, в свою очередь, подготовлю для вас новое видео, новые обзоры. Новые видео, новые обзоры. Это, знаете, у меня уже как это на основном канале, я когда снимаю видео, новые обзоры, новые покупки, новые болталки, многое другое. И, конечно же, фикс прайс. Это я все время так говорю. А в конце, когда я снимаю на основной свой канал, там я так говорю. Здесь я буду готовить для вас новые мукбанги. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока.